в ситекских залах. Проходит друид до ласта, резает вас масс ресом возле клетки, все. А ну вот друид... это богоюз? Это же богоюз, правильно? Но... Нет, это нет. Фича. Это фича. Это фича. Это как знаешь, например, такая же фигня с этим, с... Что тебе... С... Ну там это, лучше хильте нахуй, да. Танчите, хорош пиздеть уже, серьезно. Хилим. Ты это сказал да. Сейчас тем, кто это нихуя не делает. Просто там, нахуя... Мордаун. Ну, а нахуя... Вот это хилю. Нахуя ты кастуешь, когда мобы, они сбегаются в кучу, они еще даже урон не получили, ты уже кастуешь, зачем? Ты подожди хоть 7 секунд, они дадут на пул 6-секундный свой... Лужа нагрит мобов, и тогда бей. Нахуя ты вздыхаешь? Это же не профитно. Ты же не... Спасибо. Ты же не профитно. Ты же мертвый ДД не дамажит. Ну да. Эй, кулак дай, пожалуйста. Мертвый ДД не слакает. Там сейчас как-то ходят не только в сикетинские залы. Да, что-то есть еще как-то богатый. Вон, инвиз от БК. Инвиз от БК. Спокойно бегают по этому инвизе челики. По боссам и все. Там пока что кто не знает тактику на синдру, кто знает, быстренько пишем в ПМ тактику, рассказываем особенности и на синдре гер, на профи гер, на лане гер. У нас 3 часа надо сегодня все закрыть. А мне что, с помощью бутылок что ли? Да, можно с помощью бутылок. Ну, если кому-то... А литраж бутылки? Я думал, что босса закрыть бутылки нужны. У меня есть бутылка, кстати, которую можно кинуть. Вот сейчас, если кто не знает, вот в ПМ пишем там истории, кто там Биг Демо пишем. Все равно много не выдамажит. На синдре рассказываем, что там 6 меток, что глыба шотает, что освобожденка вокруг бьет, что надо четко в звездочку ставить. Эту всю хуйню, если кто не знает. Или если эти люди вам ничего не рассказывают, открывайте интернет, читайте, пока трэш бьем этих драконов. Профа читаем, лану читаем. Любим Вуду. Всю вот эту хуйню. Все, можете в центр возвращаться. Хокмастера сегодня нету. Там какую-то смену он подменялся. Был бы хукмастер еще один нормальный ТД. Кашникам он вроде побольше дает, чем салам. Вернитесь в центр. Через полчаса я вас покину еще. А вот надо еще замену искать в Людринку. Ищите замену, спрашивайте, кто там в игру зайдет. Какой-то грандар есть, я уже кикнуть хочу. Сова не играет. Зачем он нужен? Омега Хант что, не подойдет? Надо спросить его, пойдет он Геру или нет. Вентилятор, Шутастик, Неола. Смотрите, ДПС, тактику. Ищем в DC кого-то, кто зайдет. 24 не прикольно бить. Бигдем будет 2 окна. За это хуй тот репу не дает. Это души тоже. И души тоже. Конченая комната, блин. А вот за следующих дракончиков Саня дают. Ну да, там много дают, да. Ой, летят. Что-то, блядь, не сработало, нахуй. Что-то хуйня какая-то с вашими бегалками. Ну там, наверное, кто-то просто фото накидал. Просто на друль накидал. Походу, это злобный был, да?
Я только он, наверное, тут не знаю, что... Давайте, 100к даст кто-то? Я вчера 25 обычки видел, этот, анхолик 100к бахнул. Медленно подходили, так бы... Да. Я на прошлом КД здесь на дракончиках 100к давал. Все. Только недолго, да? Не, чё, выжил. Выжил, да? Да. Дракончики сдохли раньше. А мы в сколько хилов всем рубили? В 6, да? Когда в 5, когда в 6. Нет, в 6 как минимум. В 5 это прям прикинь, просто высвобожденка на всех, кто хилить будет. Ну. Там даже 6 освобожденных вешается, даже на 6 хил может быть. Ну да. Только редко, конечно, но может. Ну на прошлом КД, по-моему, в 5 хилов убили. Не-не-не. Да, ну... Знаю, но смысла нету тебе там еще делать квест в ЦЛК. Тебе сейчас не к спеху этот квест давать. Ага, я понял. А, ну да, точно. На Ине работают Рут и Гриб ДК. Пить, чтобы он взлетал. Злобный, наверное, ты будешь душником. Ну или я не знаю, или мне надо заходить. Наверное, злобного спекать. Так я не посмотрели вы друшника злобного, как он одет? Я не понимаю никто, я вроде одет. Вроде что-то камни даже какие-то. 4-9. Хули за неимением лучшего, блядь. Где синтек у нас? Что-то я потерялся. Немножко. В рейс уехал с дальнобойщика. Его развратили девушки. А что-то более реальное можно услышать? Тебе серьезно говорят? Тебе серьезно говорят. Что, ты сомневаешься в синтеке, что ли? Не знаю, радостно за него не переживать. Ну вот тут хуй его знает. Завтра по новостям услышишь. Извратили, изнасиловали молодого студента. Ну, да он, наверное, только об этом и мечтал. В Магадане, да? Изнасиловали. Как бы, помимо шуток, но это реально, тут девушка недавно, этот, нелегал из Узбекистана, который, типа, год в России без документов жил, изнасиловал. Бы, ну... Я тут как-то видел новость такую, челик кинул челика на лут. Давайте захиливаемся. Берите тотемы, петов, отойдите к воротам. Ну и просто садишься и ешь. О, рарник ГЦ. Гачи-мучи. Так, я на боссе. Фридом не забывайте кидать. Ну чё, интересно стало, чё там пацан кинул на лут нахуй? Да это была затравка. Ай, блять, только нахуй. Ай, я обиделся. Я тоже обиделся, когда узнал. Дайте шкаф. Блять. Так, история... Так. Здесь надо сопрот? Блять, конечно бы тебя надо шипешником тут. Ну да. Тут шея падает. Ладно. Попробуем так. Что, клык падает? На клык падает, да. На клык, да. Прям на клык? Прям на клык. Я не про ваш клык, я про свой клык. Ну готовь тот клык. ГГ-ша, РД, кастер. Так, значит, смотрите. Это БЛ, который... Злобный в хила. Так. Да, я и так в хиле. Так, у тебя даже Теренас есть. Охуеть. Ну, Теренас это отцовый. А что у тебя за спек беспонтовый какой-то? Где у тебя в балансе таланты? Тебе надо будет переделать потом спек. Природной стремительности нету.
какую-то хуйню понавкачивал. Ой, бля, пиздец. А я сразу сказал, что у меня говно спик. Ну потом сделай нормальный, посмотри гайд, вкачай там с благоволения природы, пригодится. Если там килая может у герва пишет. Так. Ну чё, сейчас мы с меня самолет так, да? А тебя какого? Вара, ну, конечно. Вар. Токен же падает. Такс. Так, вот рыба. Да всё. Пришёл? Да, да, я уже тут. Значит, метки. Одна звезду, один кружок. И две лево, две право, это вы знаете, на взлетке. Имейте в виду, глыба шотает. На притяжке отбегайте, не заслакивайте. У нас всего два БРа. СС, значит. Мифик по КД на Вадикона, некроматика по КД на Злобного. Мы притон по КД давай на Мордаунта. А в смысле шотает? Ну, типа, если я, например, в точке прямом, она меня шотнет? В прямом шотает. Просто вот понимаешь, шотает. Все, больше не задавай вопрос. Шотает, просто шотает. Вот если бомба падает в звезде, а ты стоишь за кружком, то ты не получишь урон. Если ты встанешь вот так вот, ну в кружке глыба стоит, если ты вот так встанешь, то ты получишь урон и сдохнешь сразу. Тебя ничего не спасет. Рарня, какую джангу кидать будешь? Все, понял. Так что прячься лучше. Смотри, как все прячутся. Я просто не про эту глыбу подумал, блядь. Глыб 6 штук на людей летят. Костя, у тебя вон два холипала, они будут на Синдур кидать желтую. Так. Ну или ладно, пусть холипала покидают. Так, все готовы, пошли. Потому что у них много СПД, отхил больше будет. В основном там на мелизоне накидывая вложения были. Беги, малышка, беги! Камаз дал. Вставалку юзай, захильте его. Больше не падай. Ну а что, а кружок нахуй? В кружке было же место, чё бы. Ты что, слепой, блядь, не дарк? Нет, просто чуть не успел, бля. Так успевай, нахуй, ну чё за хуйня? Злобный рез. Баф по кресту давайте и по шаману. Каска, лапа, кресту баф. Нифиг не сдохни, что там делаешь. Тяжко сейчас готовимся. Порталы там не забывайте обновить. Далеко у вас порталы что-то стоят. Не, нормально. Подра. Беги, малышка, беги! А вы ближе не подбегаете? Что, тебе фридом дать? Угу.
Одна звезду, одна в кружок, две лево, две право. Бля, мужики, меня выкинуло. Я в центр стою. Хэлло, короче, выкинуло. Ну, попробуем так пока что. А, перезагрузка, короче. Реконнект. Пусть знает, что за хуйня. Че, типа опять что ли лаунчер обновили? Ты в элеме там дамажил? Сколько дамажишь? Это был всего 10 тысяч дает, это нормально вообще? Ну, у него нормально. Может быть высвобожденка. А, ну да, точно, я забыл. А, блять, крайнюю помогите, ёпта, ну. То есть солила не только бью. Хилы, у вас пятеро осталось без хела. Эй, как дела? Давай, Марк. Чё ты не можешь стопнуть? Ответный удар. 2000, да не, как так? Кто тебя убил? Рахель 9000, а, понятно. В одно место отбегаете и там хлопаете друг друга. Как сядет босс, Вадикон его леснешь. Ну и все, БРФ больше нету. Убить еще можно. Последняя глыба. Самую правую надо. Владин, ты чё, блядь, ну, слепой или чё у тебя? Пиздец. Эх, сука. Бля, я потратил на ребер. Потом мне подсказывает, что тут мне ходить задать. Пробуйте. Где? Совжденка. Прекращайте стаки копить, милики. Там 4 хила. Стопните, потом переведем. Беги, малышка, беги! Фаза пошла. Ложитесь. Нахуя ты вставалку потратил, бидон? И так 4 хила, короче, зашел, на мне написано нахуй ледяной склеп, ну. Прикольно. Ливни спать. Тебя надо кикнуть, потом тебя портанет. Это хуйня пропадет. Да я-то, блядь, за пределами инста. И на мне висит, блядь. Ледяной склеп, нихуя сделать не могу. Сейчас попробую застревание. Не, не надо, не делай, чтобы маска не вешалась. Надо как-то тебе в инст попасть. А он не, ты не задохнешься там, ничего? Не, ничего, просто стою, блядь, ледяной склеп, сейчас все, вот у входа, блядь. Пробуем сумануть, если сумон не пройдет. Сумануть, потом кикнуть. Должен скинуться склеп. Гребаный сервис, ну. Так, сейчас скажешь, придет сумон или нет. Не, в бою. Не в бою, короче, но принять не горит. Так еще не звонили. Почему? Сумон пришел, все. Выпить застревание сделаем.
Ему маска повесится на 10 минут. Ну, ждать тогда придется. Что, разбить этот склеп не получится? Там нету склепа, там есть дебаф склепа. Там нету, просто дебаф склеп, да, висит. Были же такие хуйни, я не знаю, ты релогался? Идите, курите, да, релогался. Юзай, я снимаю эту хуйню. А можешь ему диван попробовать дать? Ой, дай тогда ЕПшку. На выходе? Ищите тогда пока замену. Капец, вот это вот подарочки предновогодние, сука. Пробуй диван ему дать. Ну иди дай, хули. Хули Дринк все равно уходит. Я пока тогда покину лучше вот так вот. То, что там в рейде, я не знаю, можно, нельзя. Ну он нахуй забагается, что и сделает. Че, сколько перекур? Ну как маска спадет. Сейчас, если диван поможет. Ладно, удачи, парни. Давай. Спасибо тебе тоже. Поменьше смен, побольше денег. Там где-то килай должна зайти была. Если что, и пати кинете. Дай пати. Ой, это помощник. Что там, пока курите, пока маска или что там? Нет бы сказать, идите пока чай налейте. Бля, меня опять, короче, релогнуло. Походу, не получится нахуй пошпилять, что за хуйня. Кто еще ушел, я что-то не понимаю. Мифик? Да, я покинул же это. Чтоб... Покинул чат. Нихуя не работает, короче. Не застревание, нихуя. Выйди, не, еще обменом. Не, выйди, вот, блядь. Не через застревание сделай, а где выбор персонажа у тебя есть? Ну и? Вот, там есть шестереночка такая, исправление перса. Ага. Нажми, и это, она тебя выкинет. Ну и все, так же маска будет. Ну, бля, ну, лучше так, как, чем не так, блядь. Включали? Нет. Записи. Да. Так, а мы кого можем в ДД тогда спекнуть? Хила, да? А что у нас, избыток хилов? А, нет, мы злобного, хотя... Ну да. Ну, он в Т9, да, получается? Лучше да, его тогда. Его в ДД, да. Приступ получше будет, наверное. Вот эта хуйня у тебя Скара Герпрока, это вообще? Какая? Ну вот это параша. Поцелуй? Вполне. Mm. Он, кстати, очень даже активно прокает. Единственное, что не на всех боссах это актуально. Наверное, только 25-ки на Синдре. Ну, на погибели приятненько. Я у хэпала отмутил, сролил. Долбоёб какой-то на пуге, блядь. Без Т10, без сетов вообще. Такой хилит, но он не прокает нихуя. Потом я хилю, тоже нихуя не прокает. Хуйня, короче. Ну, не знаю, у меня норм. 25-ки, наверное, будет прокать. Там в
больше людей просаженных. Ну, она записывается к другим в хил. Да, она к другим в хп записывается, а не в твой. То есть ты своим не увидишь. Ну, если она тебя прокнет, то ты увидишь. А так она будет, допустим, вот если норовись накинуть хилку, на нем повесит эффект, сработает, и на нем будет записан ХПС. А прокает она прикольно. Я смотрел, СМТ, короче, пиздата прокает. Значит, я хапала на ебал, получается? Там... Так а нахуй она хапала, блин, долбоёб, что ли? Не, вот хапала она не нужна. Это бред. При освоении в бистрине. Карта плюс 45 или некромантия плюс карта, все. Единственное внутреннее, которое я воспринимаю на хвале. Где я? Зайдет, нет? Где там мифик? Сейчас последний квест. Ну тут 4 минуты еще. Это черный стон, ты тут? Ну ты раздуплил, да, тактику здесь. Не сдохнешь, надеюсь, будет больше. Нельзя сдыхать хилам. Даже еще самая жопа не началась, а вы уже помираете. Ну, говори, блядь. Блин, на X2 как-то они потяжели, эти квесты были, тут вообще похер, даже ферять ничего не нас, ты бьёшь и похер. Что за квесты делаешь? Кого? Что за квесты там делаешь? Ну вот это, ВХшные, дебилы подобавляли, зачем вот оно, я ну понимаю, там ладно, души, да, там фармануть, там такое. А вот это ну, там... Все дебилы просто. Ну, зачем вообще играть в эту игру? Ну, что тебе бы вряд ли кто-то давал на синдре ловить 3 раза дыхание, въебало, в кукле сидеть и так далее, костяне. Да. Так проще. Просто... Не, я присоединяюсь к мифику. Там квесты вообще ёбнутые, особенно когда тебе надо убить вот этих 3 дебилов. Это вообще... Дебилы. А дело в том, что, понимаешь, они очень легкие. Да, очень-очень. Дебилы. То есть все, да, сделал все. 50 осколков осталось. Все. Потом еще и КВшка последний рывок. А у меня уже он лежит. Ссылка. Давайте заходим. Не, ну может после 50 осколков там еще какие-то там уматовые квесты будут, или вот это то, что с джайны надо полутать, и после него может какие-то там уматовые. Нет, ты, короче, 50 осколков соберешь,
потом осколок Зайны, 5000 голды заплатят, все переплавят после. Все. Еще 5000 ты не шел. Ты вообще в шоке. Ебать. У меня дело в том, что друид, вот этот орел мой именно, такой именно, ну орел, короче, он, блядь, уже даже похудел, я вам говорю. Вот это Борейскую тунду. Вижу летать именно. Не кормишь ты его совсем. Это видели же троллей друидов? Нафиг выглядит моделька. Эти задавали вроде, такие тощие. Войт, я в холика почапал или не, мне я достаточно? Сейчас не видел, ну блин. Все, готовимся, как хочешь. Мана реса, и можно начинать. Просто мне кажется, ДЦ здесь имеется. Ну вон он, мордаунд. Этот. Где я? Ему написал, что он не заходит. Ну, если считаешь себя посильнее ДЦ, то я могу спехнуться в холика. Мне, в принципе, не принципиально. Ну, этот ДЦ. Этот холик я его не тестила на этом персе. Давайте я на холика зайду, надо. Да не, мне норм. Ну ладно. Где маг у нас? А в Дискорде ничего не. А, не. Ничего. Там. Ну тут на самом деле в идеале Мордаунта бы лучше в холик, он посильнее будет. Ну давай-то приспекаемся, отспекаемся до цвета, хоть кого-то. Просто лучше одет. Бонус удара 4 вдоху. Прям люди. Топа злобный черный стон бидон. Вы где? Где? Я тут. А есть у кого инсайды, они когда будут запускаться за ЭСОКа? Ну, по сезон закончится, подожди. В следующем году. Бидон, ты тут? Сколько там, через месяцок, поди будет? Ну да, он пропуск осталось 20 дней. Ваня, ну что ты эту лошадь насилуешь, блядь? Выключи нахуй. Просто час проебали, блядь. О, ждем. У бидона ребенку молоко мешает. А метасокет эти на 15 ко всем характеристикам улучшат, они теперь 18 дают или нет? Что-то говорил кто-то, где-то писали, что улучшать... Про радужный говоришь? Да-да-да. Вроде бы говорят, да. Типа полироли просто улучшаешь его. Только какой, интересно. Но... Красный. Мне кажется, просто улучшаешь его покупной, донатный.
Ну донатный-то, блядь, это вообще так говорил. Пошли нахуй, блядь, ага. Так, этот рейд давай обратно. 300-то. Братуйся. Чилить. Опа, чилаут. Мордаун, принимай свой. Чё? Можно мне в какую-нибудь пачку и одного женорождённого? Опа. Опа. Кто же это? Знаю, меня закинь. Закидывай ее к нам, да и все. Ну, закинь, я не знаю, где там пачка. Кругом меня закиньте. Опа, кто? Это, так сказать, мы распишем. Нас тут четверо вообще. Правильно, перетягивай. Я слышу, чтобы прист хотел кругом. Пошли, запускай. Это два косаря маны. Этот прист у меня пока проседает. При том, что я его в дух убила, как не знаю что. Это, ну, у тебя тут был... Так и есть, вообще, нихуя не изменилось. Пока... проседает. Звезда, кружок. Две лево, две право. Стоп, стоп, стоп. Ё-моё, некроманка, куда побежал? Так, вы метки по одной ставите. Белфас, у тебя что с глазами, блядь? Ты дрочишь там или чё, блядь? Это я долбоё просто. Не дал по хрящу. Я не увидел. Что? Камера в глыбу уперлась. В лишнюю, кстати. А чё вон две целых стоят нам? Ну, ребят. Ну, ребят. Потому что у нас у людей камера в глыбу упирается, блядь. Что, дебилы, блядь? Не, вот так вот. Добылы. Мифик, скажи, как падаем, правильно, да? Блядь. Мне нравится. Дебилы. Да. Вот именно, блядь. Просто камера в глыбу упирается, когда... Ну, блядь, что я сделаю? Да не, я ничего. Там даже на крайняк просто на босса смотришь, куда он плюет и как она летит, и убегаешь постепенно. Если, блядь, вы не видите на нем. Понимаешь, что я сказал, Топа? Че босс там не видно? Камера уперлась в глыбу, которую, блядь, лишняя, понимаешь, которая возле на лестнице была. Короче, у него три камеры. У вас совсем плохо. Чего? По две глыбы. В одну метку. Нахуя? Не пробовали? Нахуя? Во-первых, это меньше загромождает экран, во-вторых, это попроще, в-третьих, это удобнее разбивать. Похуй вообще. Еще вопросы? Все разбивается и так. Вы очень долго бьете глыбы. Просто их не били. Потому что я один полностью глыбу разбил. Люди просто не бьют и все. Все там бьется нормально. Спереди три глыбы, вы ни хрена не бьете. Ну, точнее, разбиваете это... ровно перед вспышкой, когда за глыбой стоят. Не, короче, это все неинтересно. Просто ешьте рыбу и начинаем. Это все не то. Белфаст, я надеюсь, ты больше не будешь вздыхать от этой хуйни. Ну что, надеюсь, ты лагаешь, что ли, или что? Что за проблема такая? Черный готов, нет? Ты горишь как огонь, я...
Иду запускать. У меня камера уперлась в спину мифика. Все, не пусти. Главное, чтобы у тебя хуй туда не уперся. Ну, одна уперлась камера, а вторая где? Вторая сбоку пока стоит. Тяжко будет, готовьтесь. Что такое? Что такое? Что-то я далековато, да, ушел, надо было. Злобный реснишь. У меня Ваня Солара, а топ еще тут был. Третья взлетка сейчас будет. А сейчас по кому дать? По кому раньше давал? Нихуя. Четырех хилах. Глыба. Жестоко. Тут не надо хилить, тут надо просто миндо.
По глыбам побольше, вот по передней дайте. Последняя, четвертая падает. Все. Еду давали, нет еще? Пока не надо. Рано. Скоро фазы готовимся. 1%. И хила с освобожденкой. Глыба 2 секунды. Первую глыбу звезду и сразу разбить. Хапалы, смотрите, когда танки меняются, не проебите танков. Сразу скинешь, сразу меняем. Все, за глыбы все стоим, скидываем. Рейд на фул поднимите. Прием. Ну поднимите на фул. Следующую звезду будет притяжка Вилашу, захильте на фул. Ну это пиздец. Блять, два хапала. Стоим, будет притяжка. Харе взрывать уже освобожденки. Не взрывайте освобожденки, никто не бьет с ней. Стоим, ждем притяжку. Если будет глыба, еще вперед отнеси. Сейчас еще будет, да, сейчас еще будет. Вперед, вперед неси, ставь рядом с ним. Пау, беги вперед. Рядом, отойдите, рядом. Отойдите, милики. Сейчас умрешь, Пау. Стоим, сейчас притяжка еще будет. Вот, что за хуйня. Не бьем, не бьем, не бьем. После притяжки и Вилашу на фул поднимите. 5 хилов, вы тут. Бомжи ебаные, нахуй. Падаем. Один хил был в глыбе, другой умер от глыбы. Когда там ставил. Там да вас, блять, вас пятеро, нахуй, а мозгов ноль, нахуй. Даже наполовину, наверное, мозга не будет, блять. Там вот ситуация, вот пауз. Шестеро, ты бежишь, да. Тебе говорят ставить рядом. Ты вот подумай своей головой, на тебе висят стаки. Ты их не скинул. На тебе кидается метка. Это первый момент, ты должен был нажать хотя бы на себя какой-то сейв дать. 50 на 50, либо, хотя бы. Либо бабл нажать, ты мог при этом. И второй момент, это то, что ты бежишь ставить не рядом, а перед ней, чтобы когда она начнет, блядь, делать каст, когда она начнет притягивать, чтобы ты просто-напросто не сдох, ну, пока не замерз. То есть она тебя просто притянет, ты сдохнешь, блядь, и не успеешь даже замерзнуть. Ты перед ней, а не рядом с ней. Ты думай маленько головой, ты выходишь прямо на Синдру. А третий момент, блядь, когда начинается третья фаза, когда вы перешли, блядь, встали в кругляшок, когда на вас повешалась освобожденка, вы просто, нахуй, убираете руки от клавиатуры и перестаете кастовать. Максимум, кто там может там кастануть, когда там пиздец сильная какая-то критическая ситуация по хилу, там хил может там 2-3 стака на себя настакать, то нежелательно. Все остальные ДДшники вы просто убрали руки и вообще ее, нахуй, не сжимайте ни одной кнопки, потому что любой урон от освобожденки, он просаживает рейд. Вы вдвоем там втроем взорвали, нахуй, у нас у рейда пол хп у всех. Даже по одному, по два ста. Ты куда пал? Ты куда пал? Пал, ты куда пошел? Долбоеб. А, он ливанул, что ли? Какой-то долбоеб. Или ты кикнул? Нет, я не кикал. Обиделся. Че-то, блядь, одно предложение сказали, и он обиделся, ливанул. Изги нахуй с рейда. Капец, вот это паладины, что все такие обидчивые. Найдите потом в дисе мне его, тегните, чтобы я его с диса тоже ебанул, нахуй. Там, Сай, вот не стоит, я же тут все еще. Значит, не все такие паладины. Ну, ты сова. Объяснил, да? Четко и понятно. Не, ну сейчас по факту, мне кажется, было нет, хули обижаться. Это, слышите? Ну, да. Это, хилы, вот у вас шестеро. Когда танки меняются, надо их поднять на фул. Любыми способами. Вот есть два шамана, включайте волну. Даже если один стак накопите и хлопните в рейде, хотя бы одну волну надо дать, чтобы поднять танка. Это надо делать, когда танк поменялся, и когда в каст дыхание идет, у танка должно быть фулл хп. Можно вопрос? Ну, по поводу, если на хилах, например, освобожденка, не проще им на 10 метров вправо или влево отойти? Они стаки сбрасывать перестанут. Не, я понимаю, но они после освобожденки могут назад встать. А нахуя им отходить?
Ну, чтобы Грая также не хлопать. Типа, хрен с ним даже... Это, если типа, не... если на всех появится освобожден, какой-нибудь паладин может или шаман выйти и хлопнуть, там, умереть или бабам скинуть. А так они просто не смогут за глыбами скинуть Саки, он точно так же вернется и умрет. Ну, не, почему? Он же, например, если на Эхиле освобожденка... Ну, он выйдет из-за глыбы, он может... притянет вот притяжкой. До глыбу да. Никто не будет ждать его, пока он вернется и скинет Саки. Все будут ее бить, если ее надо бить, и не бить, если это притяжка. Пошли, запускаем. То есть, типа, глыба все, стоит? Все, хватит. Притяжки не будет или что? Ее по таймингам притяжку объявляют, какую глыбу бить, какую не бить. Да, он какой-то, блядь. Да не бери в голову. Да, он слабый, очень слабый. Еще на том, когда я вначале сотни сказал, что он слабый. Беги, малышка, беги! Че у тебя за хуйня по КД? Ты постоянно так умираешь? Вот в остальных гильдиях тоже, да? Просто по КД от притяжки. Или ты рофлишь над нами сейчас? Прячемся. Злобный также зареснешь после того, как... Уже веснул, только встать надо. Килай, что это за хуйня? Наверное, можешь просто ближе надо вставать. Он просто подходит шумели зоны, и тебя два раза не притягивает, ты спокойно успеваешь убежать. Прям подходишь перед притяжкой. Ебать, ты кто взорвал? Под самого босса. Не сломайте глыбу, пожалуйста, перед ударом. Добейте его, да, убейте, ребят. Ё-моё. Здесь вы ебанулись. Да падаем или бьём? Да нахуй надо бить такую хуйню. Залупа какая-то. Как будто мозг проебали все просто. Делайте что-то, Мидарк, почему ты сдох? Почему глыбу раньше разбили? Вот кто-то там говорил, что... А, ладно, глыбу разбили. Там глыбу разбили, вот прошел удар и глыбу разбили. То есть было время до следующего удара, можно было убежать, там 4 глыбы рядом еще было, блядь. Ну, у вас проблема добежать до других глыб, блядь. Ну, разбили, разбили, хуй с ним. Ну, и разбили не до удара, а после. Там было время, чтобы убежать в другую. Там не было времени. Его разбили сразу после удара, пока прошла анимация разбития, уже следующий удар летел. Блядь, ну я же успел убежать, ну.
Ну так потому что не ты в глыбе сидел. Но ты по факту умер до человека, который в глыбе? Ну, потому что начала анимация глыбы. Потому что глыбу сломали сразу, в середине. Я тогда сказал стопаните, потому что я стою за ней, прячусь, и смотрю, херачит, как не в себя. Это кто, Мидарк в глыбе был, да, получается? Там, нет, 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 я чуть-чуть не зашел. Я просто видел, куда она падает. Я думал, кто, что я зашел за глыбу, а она меня ебнула. Я прям немного, умер. Грубо Мидарк? Пиксель, я не зашел. Бидон, там. Мидарк умер и... Бидон. Все. Так, нет, я и говорю то, что я, типа, не умер. Можете... Ладно, там, не ругайтесь, ребят. Сейчас убьем. Ничего страшного. А вы можете не считывать, вот, допустим, тех, кто не может отбежать, вот Килаю не считуйте, ДЦшники, а кидай ей мордаун щиток на притяжке, чтобы она отбегала. У тебя там тело и душа вкачан талант. Что это так сложно сделать? Договориться как-то у этого. Так. Люблю щиты. Что у тебя? У тебя не вкачано. Вот пускай мордаун щитует. У тебя будет. Ты не щитуй себя. Себя не щитуй, и пускай он тебя щитует. На то, чтобы ты проблема отбегал. В том, что у меня кулдаун 4-секундный. А, и что? Тебе надо одного приста засчитывать, который падает по КД? Ладно, хорошо, я постараюсь. Он сам же себе дает. Да. Смотри, лайфхак, даешь крылья в себя, а щиток хилаю, и все. Там... А я что, так... без щитка нельзя убежать? Можно, но это подстраховка. Я крылья в себя даю. Он сразу, взял щиток, форсаж 8 и погнал.